секреты красоты ваши? Ну, конечно, благодарю. Вот это слово уже красота, уже все остальное прощает. Вот. Я не знаю, что ответить. Мне 38 лет. Что я могу вам сказать по этому поводу? Для тех, кто младше. Значит, для тех, кто младше, скажу вам так. Я всю жизнь за собой ухаживала. Понятия вообще не имела, даст ли это мне что-то или нет. Знаете, когда мажешь на себя вот эти все тюбики, кремчики, значит, там вокруг, и думаешь, бляха-муха, зря ли я их мажу или не зря. Но могу вам сказать, что в принципе я достаточно довольна тем, как я выгляжу. И могу сказать так, если вы думаете над тем, мазать кремчики или не мазать, мажьте. Если вы думаете над тем, делать массажики или не делать, делайте. В остальном правило номер один, не толстейте. Не толстейте, потому что вес – это сразу же возраст. Больше 50 килограмм, если у вас рост до 170 сантиметров, я вам не рекомендую набирать. Вот, это мой личный, значит, опыт. Не толстеть, я жестко держусь в своем весе и не толстею, never. Вот, второй момент, развивайтесь. Потому что если вы начинаете тупеть, если ваш мозг начинает, вы все, что вы можете обсуждать, это новости и проблемы, и злорадствовать, завидовать и так далее, это тоже добавляет возраста, да? Потому что, почему? Ну, как бы принято, что старый человек не развивается, уже такой старенький, а молодой человек – это человек энергичный, у которого все время прет энергия, который идет вперед. Вот, это второй момент. Третий момент. Следите за мужиком или за женщиной, если вы мужчина, который с вами рядом, потому что тоже крайне важно, чтобы это не был тюфяк или какая-то старая бабка. Очень часто вижу, кстати, красивых мужчин, рядом с которыми старые бабки 25-7-летние, которые поражали и решили, что они будут бабками. Вот, поэтому девочки и мальчики, секрет в том, чтобы любить жизнь, любить себя, следить за собой, заниматься спортом, кайфовать, вот, и иметь чувство юмора. И если у вас что-то не так, тихонечко подправьте, никому не говорите. Вот, собственно, и все.